Так, вот, всем привет, ну, во-первых, этот, давно не было видео, сейчас сниму, покажу. Вот такое видео будет по названию, поймать, форшит. С виду вроде все нормально, много не работал, но много таких нюансов в нем есть. Так, внешне покажу, конечно, и маленько расскажу. Вот эта вот крышка, я не знаю, она от него или нет, но мне кажется, что от него. Кто знает, там напишите в комментариях. Цилиндр подъема этого подборщика есть. Ну, я никогда им не пользовался. Навеска, крышка. Ну, цепь прослаблена. Натяжник вот этот. Проблема. Заводской он, нет. Непонятно. У меня другой был. У меня уж самодельный был от... Не помню, от сажалки или копалки, что ли. Подборщик, конечно, не ахти, одного ската нету, но виллы, по-моему, все. Сейчас.